Привет всем! Мы находимся на раскаленном Майдане, наверное, 40 или 45 градусов под солнцем, не знаю. Такое впечатление, что если сейчас запарковать машину, то у него потечет бампер, как в Кувейте. Солнце жуткое, палит страшно, очень жарко. Фопы там сидят, кто в палатках, кто в тени вот за этими железными конструкциями на Майдане. Ну, конструкции палатки спасают не сильно, очень жарко, очень, ребята. В палатке, наверное, плюс 35, тут на солнце, мне кажется, за 40. И неизвестно, когда больше эти люди страдали, то ли зимой в минус 30, то ли сейчас в плюс 40. Короче говоря, и так плохо, и так плохо. Вот. Но большая часть фопов сейчас находится возле Верховной Рады, туда я сейчас не пойду, я их там даже с утра видел. Они там ловили депутатов, собирали свои подписи, это и понятно. Вот. А здесь какая-то инициативная группа осталась людей, вот они сейчас в палатке, я их трогать не буду, потому что они там бедные, да. В таком расплавленном состоянии, конечно. Вот, жду тех, кто у Верховной Рады, сейчас те вернутся и как-то они дальше будут планировать свои действия. Но пока такие новости.